Около 300 человек задержаны на акциях протеста в Республике Беларусь. Большинство в Минске, сообщает правозащитный центр «Весна». По официальным данным, в белорусской столице задержаны несколько десятков человек. В центр города была стянута спецтехника. В ГУВД Минска заявили об использовании водометов и светошумовых гранат. «Будем жестче», – пообещала накануне Светлана Тихановская в разговоре с супругом Сергеем, арестованным в конце мая. Это был их первый разговор за прошедшие месяцы. Ну, я держусь только благодаря белорусам. Знаю, что отступать мы не можем. И никогда этого не сделаем, пока вы все не будете освобождены, пока не добьемся новых выборов. Как там Макрона видел? Хорошие люди. Хорошие? Да. Поддерживают нас. Поддерживают нас. Не признают легитимность одного человека. Верят в нашу победу. В субботу Александр Лукашенко встретился в СИЗО с задержанными лидерами оппозиции, в том числе с незарегистрированным кандидатом в президенты Виктором Бабарико. Пытались убедить не только ваших сторонников, но и все общество в том, что на проблему надо смотреть шире. Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что содержание беседы участники решили оставить в тайне.